Сюда. Somebody was seriously hurt here. There's blood all over the place. They must be inside. Stay inside, yeah. Здравствуйте. Кто пришел? Журналиста. Журналиста, можно? Давай. Все красно. Окей. Заходи. Заходите. Да, мы под обстрел попали. Ребят, давайте. Господи, боже мой. А вас скоро, да? Да, да, мы скорая. Все, не переживайте. Уже 7 прилетов. Да сейчас мы уже. Там можно 20, больше 20. Мы не могли вынести. Где ранены? Это раненый ужас какой-то. Раненым мы оказали помощь. Оказали помощь, а выйти не можем. Выйти не можем, потому что его сюда затащить не можем сейчас. Где он? Он... Вот он лежит. Вот он лежит. Здесь, в коридоре. Ну, да, возможно, обстрел уже прекратился. Сейчас... Поможете? Вы нам поможете? Поможете нам его наносить? Да, конечно, мы поможем. Ой, давайте. Сейчас уже тихо там, не? Ну, вроде да, уже несколько минут обстрелов не было. Давайте. Можем рискнуть попробовать. Да. Да, давайте попробуем, если поможете нам. Потому что мы тут уже не можем тоже. И он ругается, потому что... Да, и какая там палка? Не надо. Давайте только быстро все делаем. Раз, два и... И вот эту. Подожди, еще пойди сюда, иди сюда. Серега, подожди, иди сюда. Там же я. Все нормально будет, мужики, держите. Ключ вот так возьми, ключ у меня вот тут возьми. Да какой дом закрой? Ключ. Телефон сейчас. So now we're gonna evacuate. We're gonna evacuate this man to safety. He's been seriously injured. He's on his leg. Я взял. Так, берите. Берите с той стороны. Двумя руками берешь. Быстренько, вторую. Взяли, пошли. Быстро, быстро. Давай. Перед скорую. Там уже на асфальте, я вынесу кровать. Поняли? Сейчас, давай залозим направо сюда до ворота. Ой, охрана. И сюда. Ложим аккуратно на асфальт. Ага. Быстренько, ребят. Я быстро кровать достаю. Я тапок возьму. Сейчас. И ключи взял. Серьезно. Все, все возьмем, батя, не переживай, все хорошо. Все, хорошо. Все, давай быстренько. Можно сразу смотреть. Дедушка, мы не поднимем. Сережа, дёбим твою мать, блядь. Поднимем, где он? Давайте, взяли. Да что ты делаешь, Гала? Разворачивай, Гала. Там голову туда. Вот так. Давай, поднимай, блядь, Сережа, дёб твою мать. Там взял я ключи. Портмоне там у меня. Все здесь, все здесь. Документы, все у вас, не переживайте. Дом в порядке. So we just got him into the ambulance and they're going to be out to safety. And we're going to go right after them. So please like, subscribe, and share. Remember, we're an independent crowdfunded journalist. You can support our work with the link on the screen or in the description. Hopefully we're done with this report. I pray.